пульс не знаешь. Ну да. Но я думаю, что получится хорошо. Это я, Никита, Маша, Даша. Все мы здесь сегодня собрались. Ну вот, Серова Дарья, большой спортсмен. И вот такие вот штуки. Вот. Это, так сказать, издержки большого спорта, да, называется, Даша? Теперь мы вот в таких вот... А как так получилось вообще? Получилось? Да. Слушай, дурацкая ситуация. Получилось это на последнем спуске, который я уже не должна была делать, на Кубке мира в Америке. Я зачем-то поехала еще разочек прыгнуть. И у меня лыжа попала в такой вот, как бы, получается, ледяная складка. Из-за того, что там лед, она мне из-под бугра не смогла выйти на сок. И нога пошла так... О, обалдеть. И сколько ты восстанавливалась? Да, я так и не восстановилась. А так и не восстановилась после этого? Я почему здесь-то не выступала на Олимпиаде? Ну так вот, да? Да. Но, несмотря на это, я еще умудрилась как-то в Ванкувер залезть. То есть это было после Турина. Я еще потом выступила в Ванкувере, но поняла, что у меня уже труба. Маша, тебе все понятно теперь? Ага. Молодец. Ага. Маша, ты будешь большой спортсменкой-чемпионкой? Скажи мне честно. Да. Да, молодец. Мама не против или против? Мама против. Мама против. Мама именно из-за этого Машу 2 года назад сняла с лыжи. Даша, ты, получается, каждый вот раз так катаешься, такую штуку одеваешь, да? Да. Обалдеть. Но у меня просто на той ноге вот этих боковых связок нет. И она у меня периодически... Слушай, ты же нормально ходишь так по жизни, вот как так вот? Слушай, ну это видимость, что я нормально хожу. Они просто периодически болят, если нагрузку давать. А та нога периодически во сне вываливается. Обалдеть. Но это сейчас бывает редко, потому что я уже сделала многие процедуры, нужные для меня. И сейчас она у меня... более или менее в норме. Да. В общем, идя в большой спорт, смотрите, куда вы можете дойти в реале, да? Да. Идя в большой спорт, прям совсем большой, если прям совсем большой, то нужно понимать, что я сейчас, наверное, убью кого-нибудь морально, но 90% у вас точно будет травма. Ну, у вашего чада там или у кого-то еще. Либо это будет избитый позвоночник, либо это будет травмированное колено, либо это будет минимальное сотрясение головного мозга, это у меня еще менее традиционно. А до травмы какая вот самая серьезная награда была, получается? Ой, слушай, ну если прям брать то медали медалям, то Европа. Я перед Олимпиадой 7 раз Европу взяла. Но по большому счету у меня должна была быть, я думаю, что, наверное, минимум бронза в Турине. Я проболтала, ребята, с вами все на свете. Да, мы уже приехали. А мы уже подъезжаем. Но это первый, да, лишь подъем. Да. Нам еще предстоит. Машу сдадим в садик. Ага. Маша, ты готова к садику? Да. Все. Мы, короче, в садик идем. Мам, не забудь. Давай. Здесь даже солнце не видно и небо не видно. Великолепно. Спецтехника. Все, трасса готова для ночных катаний. You are welcome.